Неужели новый председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев начал, как предполагают многие мои коллеги сегодня, это предположение, оценочное суждение, неужели он в самом деле начал капитализировать свою должность как премьера правительства Тульского региона? Не для этого ли было создано не так давно ООО РТ «Национальная инфраструктура»? Не очень понимаю, как РТ расшифровывается, может, Петеростех, но вряд ли. РТ «Национальная инфраструктура». Да не важно, как расшифровывается. Важно, что директор и совладелец через другое ООО, родной брат нового премьера правительства Тульской области Федорищев Дмитрий Андреевич. А другим соучредителем данного бизнеса являются структуры известного саратовского и тульского бизнесмена Дмитрия Колосова. Структуры Колосова активно развивают бизнес на территории Тульской области и являются резидентом особой экономической зоны «Узловая». Я вот только одно понять хочу. Если ты назначен премьером, может быть, как-то не торопиться брата-то светить родного? Может, как-то это все-таки не очень прилично? Я понимаю, что он бизнесмен, выдающийся качеств человек, но еще раз. Когда Лужкова шпыняли, пыняли и ставили ему, как лыка в строку, родную жену, Батурин Елена Николаевна, Юрий Михайлович Лужков, и мэру Москвы, и уже после того, как он перестал быть мэром, Лужков говорил: правительство, прими закон, что родственники чиновников не имеют права ни на какой бизнес вообще. Родственники, если угодно, близкий круг. Ну, ему объясняли: Юрий Михайлович, тогда Батурина не будет Батурина, хотя все равно будет, а будет какая-нибудь Лена Иванова, ее школьная подруга. И будет то же самое. Но по-любому никаких ограничений сегодня для родни новоявленных премьер-министров в регионах везде по всей стране, да и в большом правительстве, не существует. Вроде как здесь ущемляются права человека. Конечно, какие-то права ущемляются. Но вот так-то разве не стыдно? Впрочем, это мой вопрос. Я понимаю, что тайное быстро становится явным, и чекисты будут наблюдать за работой братьев, потому что они поссорились и вообще годами не общаются. Вообще у них отношения, как у Монтекки и Капулетти. Посмотрим. Ну, может быть, и не как у Монтекки и Капулетти, а как у Ромео с Джульеттой.